Иностранные гости стали меньше нарушать закон. Число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 30%. Чаще всего в списке проступков – подделка документов и кражи. По словам правоохранителей, цифры уменьшились в том числе, потому что многие мигранты в связи с кризисом уехали из города. В этом году в связи с реорганизацией миграционной службы часть полномочий передали полиции. Сейчас идет процесс построения работы с управлением по вопросам миграции. Поэтому пока рейды и проверки ведомства проводят раздельно. Управление проводит также свои проверки без нашего участия, и мы проводим пока без их участия. У нас на этой неделе запланированы совместные занятия. Нам передаются ряд статей административного кодекса, по которым сотрудники полиции сейчас будут работать. Для профилактики преступлений полицейские района совместно с прокуратурой и администрацией провели в этом году более 300 рейдов. Проверяли частные дома, магазины, автотранспортные предприятия, а также строительные объекты. В результате удалось вычислить только 15 человек, находящихся на территории России нелегально.